кино на ТВ-РУС. Алло. Алло. Позовите, пожалуйста, Юлю. Кто звонит? Дядя Глеб, папин друг детства. Он здесь с проездом, хочет с тобой встретиться. Это еще зачем? Тебе что, трудно? Вот, просили передать. Что это? Прячь, люди смотрят. Вы действительно друг Миши? Сволочь ты, Миша. Счастливо. Кому-то отдал контейнер. Я же говорю, Юля. Тебе ровно час, чтобы исправить ошибку. Он тебе совсем не понравился? Хам и неуч, просто неандерталец какой-то. Ну, он мне кажется очень симпатичным. Ты просто скажи, она тебе нравится или нет? Кто? Ну, ты тупой, оказывается. Ты же сам позвонил по объявлению. По какому объявлению? По объявлению знакомств. Ищу мужчину для жизни. Женя, почему ты молчишь? Потому что ей сейчас не до разговоров. Где Женя? Юля, меня везут в машине! Женьку похитили. Кто? Я не знаю, ваши дружки, наверное, пригрозили мне, чтобы я не звонила в милицию. Успокойтесь, я найду ее, обещаю вам, верьте мне. Как я могу вам верить? Вы проходили. А у вас нет выбора. Ярослав Бойко и Виктория Малекторович в фильме «Мужчина для жизни». В воскресенье на ТВ-РУС.